Приветствую, друзья, с вами на связи Игорь Жаданов. Это видео записывают для новичков, так и для бывалых партнеров WebToken Profit. Именно сейчас мы видим кабинет золотого сечения, одного из проектов наших. Значит, к чему я это приурочил? Вы видите, у меня тут матрица X2 и первые ячейки. 1, 2, 3, 9 ячеек первых и 15-я страничка. Вот, значит, у меня этих ячеек получается 159 штук. Всего X2 там есть и на 11 месте, и на 16, на 15. Сегодня пятница. В субботу у нас идет акция по золотому сечению плюс 1 именно для X2. То бишь каждая ячейка получает плюс 1. Та, которая на 11 у меня перейдет на 10. Та, кто на 1, у меня ячейка перейдет уже в X3. То бишь с первой ячейки я получаю по 20 ВТП себе на баланс. Вы видите сейчас вот такие цифры на балансе. 10 на балансе, да? Вот матричные. За 2 недели в проекте мне пришло 4024 монеты. И сейчас я покликаю вниз, чтобы вы увидели, сколько у меня на первом месте стоят уже в матрице ячеек. Вот он 15-й, и буквально мы там идем до 4-го или до 5-го, до 5-й страницы. Все единички. Это значит, сейчас они в субботу, когда будет акция плюс 1, это плюс 1 шаг, она у нас будет каждую субботу проходить. Сейчас она будет первый раз проходить. Вот я получу свои ВТП. Для вас это пройдет там секунда времени. Для меня я остановлю видео, и мы потом уже увидим, как поменяются цифры. Вот буквально видите, 5-я, 4-я, 5-я страничка. Вот по 4-ю страницу, вот на 4-й 2, и начиная буквально с 5-й. В общем, порядка 110 ячеек. Значит, здесь прибавится как минимум там 2200 ВТП. Ну что ж, друзья, до встречи во второй части видео. Итак, друзья, продолжаем наше с вами видео. Для вас прошла секунда, для меня прошло больше суток. Значит, сегодня уже воскресенье, я не стал видео записывать в субботу, так как сама акция Step One, которая проходит по субботам, была с 19 до 22. То бишь наши ячейки пополнялись. Я вам сейчас покажу, как вот здесь в партнерском кабинете, куда делись 110 ячеек. Вы видите на экране сейчас мой мобильный телефон, подключенный к роботу. Я вам немножко позже о нем расскажу, а мы вернемся к нашим ячейкам. Вот так выглядела, я заскриншотил, выглядела наша кабина, 10 ВТП баланс. И я хочу обратить ваше внимание на вот эту вот ячейку. Ячейка номер 1, матрица Fibonacci X2. Здесь есть ID 12072, и мы посмотрим, куда после перестановки эта ячейка попала, под какое место. То бишь сейчас она закроется, она закрылась, получит 20 ВТП, я сюда получу, и куда она перейдет. Вот она ячейка, вы видите номер 12072, она пришла в X5 и заработала мне уже даже на X3 еще 72 ВТП. Итак, напомню тем, кто знал, но забыл, или тем, кто не знал, по условиям маркетинг-плана у нас в первой матрице ячейка получает 20 ВТП на вывод. То бишь 20 монет я уже заработал чистыми с одной ячейки. Она закрыла X2. Дальше идет, попала эта ячейка в матрицу X3 и тоже благополучно прошла ее. А по X3 мы получаем, согласно условиям маркетинг-плана, 72 ВТП. На руки имеется в виду. То бишь одна ячейка уже себя в 3 раза окупила. Мы получили за эту ячейку 20 плюс 72 ВТП. Это уже на баланс. Эти токены мы уже можем вывести. Это я вам показал пример на одной ячейке. Как благодаря акции Step to One, которая проходит у нас каждую субботу, эта ячейка пошла вверх и заработала сколько ВТП. А теперь самое интересное, посмотрим, сколько же всего эти 111 ячеек продвинулись, ушли вверх, и какой принесли они нам доход. Итак, вот наш скрин, напоминаю, было 10 на балансе, матрица 335, видите, вклады матричные 4000 пополнено. Это данные, которые вы только что видели. Итак, внимание, барабанная дробь. Смотрите, друзья, вот на такую сумму у нас пополнился баланс. То бишь было 10 ВТП, стало 16810. Матрицы все те же, плюс матричные всего 20 824 ВТП заработано, плюс 16 тысяч. Больше 100 ячеек ушло в X3. С X3, видите, открылись и X5, X8 даже есть. X8 было
0 стало 16. Х5 было 7 ячеек, стало 56 ячеек. И даже Х13, одна появилась ячейка. И стала вот здесь на 11 место. Это одно сечение в данном кабинете моего партнера сработало также. Партнер зашел после меня уже в кабинет. Я вам сейчас покажу еще мои результаты немножко попозже. А вот результаты, которыми делились партнеры в чате. То бишь у меня не самый большой здесь результат, который я вам показываю в видео. Есть намного больше результаты. Было 16 тысяч, а здесь, видите, 41 812 ВТП человек получил. Причем ячеек 45 матриц всего. А я вам показывал кабинет, где 335 матриц. И пополнено здесь на 1183 токена человек пополнился. А у меня в кабинете на 9999 показано. Я к тому, что результаты у всех разные, друзья. Но результат, самое главное, что он есть. Step 1 сработал. И срабатывать будет каждую субботу. Помимо этого, 21 числа еще происходит каждый месяц у нас деление. То есть еще раз срабатывают 233 матрицы, делятся и продвижение идет дальше. А теперь я вам покажу, как это все выглядит на телефоне. Вы видите экран моего мобильного телефона, и я включил сейчас робота. Робот у нас подключается к каждому аккаунту, каждый партнер может подключить, и он информационный. Мы видим, что происходит в нашем кабинете, и с мобильного телефона спокойно отслеживаем, мониторим обстановку. То бишь, какие матрицы закрыты, какие матрицы открыты, робот уведомляет, какое мы получаем начисление на баланс, именно с какой матрицы. Видите, это я в субботу вечером подключил, и пошли закрываться матрицы, и сразу пришли сообщения. Вот, о пополнении баланса. Это также удобно. Спасибо администрации сайта. Как вы видите, друзья, здесь пассивный заработок. Партнер зашел на 10 тысяч монет, партнерских 0, никого не приглашал. Просто на пассиве человек зарабатывает и уже отработал свои деньги, то бишь вложенные деньги уже отработаны. Помимо этого, еще очень много в матрице находится ячеек. К следующей ячейке также будет X1 закрываться, также будет X2 закрываться, также будет X3, X5 и так далее. Помимо того, что каждую субботу идет у нас акция Step 1, они закрываются еще ежедневно, но уже в меньших количествах по наполнению матрицы. Это пассивный заработок. Теперь я вам покажу свой партнерский кабинет, который активный заработок. Вот он, мой кабинет. Мы видим здесь, у меня также пришло порядка 450 монет сюда, плюс партнерские начисления. Но здесь видно, что я заходил всего на 342 веб-токена. Это 10 ячеек. Помимо этих 10 ячеек получил партнерское вознаграждение 1115 токенов. И было вложено 1500 токенов. Из них 50 матриц. Было 10 за счет того, что работаем с партнерами. Матрицы увеличились, сделали 50. И уже мы видим, что благодаря всем этим действиям можно не только на пассиве зарабатывать, и на активе. На активе получается уже выведено больше 1000 монет, и плюс еще 450 есть на балансе. Как выводить с проекта, я показывал, рассказывал видео. Есть видео от наших партнеров, смотрите на вебинаре. Итак, друзья, мы зарабатываем помимо еще золотого сечения на других проектах. Другие проекты WebToken Profit. Один из них это Binar. Я вам сейчас покажу свой кабинет. То бишь партнер сейчас будет делать реинвесты. Часть средств будет реинвестирована сюда, здесь, в матрице. Часть средств будет инвестирована в Binar. И третья часть будет средств инвестирована в майнер. У нас есть еще такой проект майнер, который майнит эти монеты. То бишь заработок на пассиве. Вот он, кабинет Бинара. Тем, кто хочет зарабатывать на партнерской программе, мы предлагаем сначала Бинар. В чем его преимущество? В первую очередь мы здесь получаем выплаты ежедневно со своих депозитов, плюс мы получаем партнерские вознаграждения. Вот, посмотрите, мне сегодня ночью пришел бинарный бонус, в 12 ночи обнуления, сразу $357 партнерских вознаграждений.
Вот они, ежедневное начисление пришло $9, и $343 пришел бинар. Вот так, друзья, выглядит наш майнер. Это совсем новый проект, он только запускается, сейчас он будет запускаться на днях. Вы видите, что этот майнер – наш монетный станок. Это действительно монетный станок в вашем смартфоне. Более подробно о этом, о бинаре и других проектах смотрите на наших вебинарах, узнавайте у наших партнеров. Ссылка будет под этим видео. Спасибо за внимание. С вами на связи был Игорь Джаданов. Удачи, всех благ!